сегодня, как всегда, будем сжигать жир. А заниматься мы будем боксом. Итак, ты встаешь в стойку, ты правша, поэтому левая нога у тебя уходит вперед, правая – назад. Распределяешь вес тела. Дальше. Левая рука спереди, правая рука закрывает лицо. Дальше. Левой рукой ты наносишь легкий, коротенький удар мне в лапу. Поехали. Раз. 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 Теперь только правая рука, удар уже будет посильнее и чуть подлиннее. С разворотом корпуса. Для того, чтобы усложнить нам задачу, мы подключим еще и ноги. Мы будем находиться постоянно в прыжках, в движении. Фирменная двоечка. Левый, правый. Готово? Готово. Поехали. Раз, два. Отдыхаем. Раз, два. Чуть быстрее. Раз, два. Наконец-то я узнала, что такое фирменная двоечка. Поднял, обнял, заплакал. Руслан, само слово «бокс» уже как-то пугает женщин. Да, не стоит бояться бокса, потому что бокс – это не только жестокий и кровавый вид спорта для суровых мужчин. Бокс поможет вам избавиться от лишних калорий и избавиться от кучи отрицательных эмоций. Ну а также, милые дамы, вы можете с помощью бокса защитить себя. В боксе работают все мышцы. Мышцы ног, мышцы рук. И вообще это отличная тренировка для зрения. Руслан,